Сейчас мы тебя немножечко потянем. Проснулась? Всем привет! Я Люда, а у нас будет профилактический массаж спины с элементами тайского. Начнем. Мы начинаем наш тайский массаж. На уже подготовленное расслабленное тело. На уже подготовленном расслабленном теле можем позволить себе походить. Ногами даже не сильнее, конечно, получается. Можно глубже проработать. Не переживай, я легкая. Ну да, надо легким быть. Идеальная тайка. Кстати, да. Лопаточки наши, любимые. Огонь. Все хорошо? Да. По ощущениям, так вот если не знать, даже, может, не поймешь, что ногами. Сейчас ступня маленькая. Создана для массажа ногами. Я думаю, мужики такой массаж не смогут делать. А, не, да, да. Не будут пользоваться популярностью. Ну, на массаж вот этот. Астраханцы ходят, мужчины. То есть, когда он у меня появился, без рекламы, без всего, они стали узнавать и записываются. Ну, это интересно, во-первых, что это еще такое. Thank you.
заденешь футболку, и я тебя потяну. Продолжаем. Все хорошо? Да. Сейчас тебя немножечко потянем. Все хорошо? Да. Да, это у тебя как тренировка. Да. А поднимись, пожалуйста, теперь. Знаешь, в йоге позу ребенка? Вот так. В йоге только не ближе знаю, ко мне. Да, только ближе к краю. Сейчас я обуюсь. И мы тебя потянем. Берись за мою ногу. Держись. Тянется? Да. Отлично. Здорово. Хорошо? Я рада. Ложись на бочок.
ровно. Так. Так. Круснул мы. Другой бочок. Элементы мануалочки. Ну, это тайский. Ну да, там поймешь что. Тайский мануалка. Так, ножки переверни. Я немножечко. Но элементы знаю. Так, потянем немножечко ручки. Все хорошо. Глаза открываются. Ну-ка, сгибаем. Не сопротивляемся. Ну, было весело. Это такое везде делали. Особенно там. Мощная растяжка. Спасибо. Было интересно. Я рада. Приходи еще. Приходи снова. Буду рад вас всех видеть на просмотрах этого видео.
Ставьте лайки. И подписывайтесь. Не забывайте.